вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Посмотрим, как будут играть гости. 4-5-1 они вышли сегодня. Насколько вижу, вся полузащита примерно на одной линии расположена. Вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Посмотрим, как будут играть гости. 4-5-1 они вышли сегодня. Насколько вижу, вся полузащита примерно на одной линии расположена. Вариативное тактическое построение. У игроков большая степень свободы, и игру, конечно, по ходу встречи можно варьировать. Посмотрим, как будут играть гости. 4-5-1 они вышли сегодня. Насколько вижу, вся полузащита примерно на одной линии расположена. Бешикташ – единственная команда в мире, которая выиграла чемпионат страны, пройдя всю дистанцию без единого поражения, и было это не так давно. Случилось это в сезоне 91-92 года, когда под руководством бывшего полузащитника Ливерпуля Гордона Милна в 30 турах было одержано 23 победы при 7 ничьих. Первый тайм начался. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Хорошо бы принять такой пас. Ищут возможности обострить. Атака набирает обороты. Они перед нами. Комментаторы сегодняшнего матча Георгий Черданцев и Константин Гений. Турецкий футбол сегодня в прямом эфире. Встреча в рамках Суперлиги «Спорт Тото» нас ждет. Бешикташ играет против Башакшехира. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Что скажешь об этом игроке? Он готов стать главным действующим лицом этой встречи? Образно выражаясь, он буквально с мячом летает, потому что скорость у него просто фантастическая, и оборона в такие моменты бывает порой просто бессильна.